Приветствую всех зрителей и читателей блокнота. С вами я, Наташа Ветрова, и мы продолжаем наш проект «Преображение». Рядом со мной стоит сейчас наша прекрасная героиня Надежда, которая сегодня, возможно, изменится до неузнаваемости благодаря нашему мастеру по окрашиванию и стрижке Алле Рубцовой. Надежда, поделись своими эмоциями, ощущениями, настроем. Я хочу сказать, что я даже не ожидаю и не представляю, что у меня будет на голове, но я понимаю, что это будет здорово, вот, и что моя улыбка вообще не исчезнет из лица, я буду ходить с высоко поднятой головой, спасибо. А были ли в твоей жизни какие-то такие экстремальные преображения? Да, были. Это было у Саши Афанасьева, когда я пришла с волосами с длинными ниже лопаток. И не спрося меня, меня просто взяли, по уши обстригли. Я сначала сидела минут 20, молчала, а потом просто улыбалась. Так, ну давай не будем долго ждать. Пойдем? Пойдем. Да. Что, затормозили, да? Мы с тобой? Ну а я, в свою очередь, хочу порекомендовать вам, нашим зрителям, провести над собой тоже такой эксперимент. Запишитесь к мастеру на стрижку, придите, сядьте к нему в кресло, развернитесь от зеркала и скажите: «Стриги, все». После этого вы получите просто массу положительных эмоций. Ведь каждая женщина должна увидеть себя с разной длиной волос. Я, кстати, раза три так уже делала. Всем советую. Здравствуйте. Добрый день. Я Рубцова Алла. Сегодня я ваш мастер по волосам. Приглашаю вас в кресло. Спасибо. Проходите. Так, Надежда, ну делись своими эмоциями, ощущениями. Ты ожидала, что у тебя будет такая стрижка, и как тебе? На мой взгляд, просто. Минус 20 лет. Ух ты! Да, помолодела. Мне очень нравится. Давай делись ты теперь. Во-первых, ощущения, непонятные. Стрижка прям в голове легко. Мне нравится. Это стрижка отобразила мой характер. Мое настроение. Это мастер просто очень здорово прочувствовал именно мой характер, в того, что я человек вот. И поэтому мне вообще очень нравится, да. Алла, ну расскажите, что было выполнено для нашей героини? Ну, для героини Надежды я подобрала многослойную стрижку. У нас что-то среднее между короткой стрижкой и боб-каре. И окрашивание у нас в таких натуральных оттенках, эффект выгоревших волос. Надежда очень много любит путешествовать, поэтому вот на ней это отобразили. Легкость, воздушность, непринужденность, свобода, свободолюбивая стрижка. Супер, спасибо большое вам, Алла, было вообще все замечательно. Спасибо большое. Спасибо, Надежда, обменяйся энергией.
я приглашаю вас в свой бьюти-кабинет Аллы Рубцовой, который находится по адресу улица Стадионная, 39, офисное здание «Атмосфера». Буду рада поработать с вашим образом. До новых встреч!